Одинцовские партийцы проверили качество уборки снега возле Каринской школы. В ней приняли участие депутаты окружного совета от «Единой России» Татьяна Одинцова и Геннадий Горькавый. По ходатайству партийцев, Звенигородская ремонтно-эксплуатационная служба предоставила работников и погрузчик снега. Благодаря этому территория школы, а также прилегающие тротуары и дороги были оперативно расчищены после снегопада.